Здравствуйте, дорогие друзья садоводы! С вами канал Дом и сад, Home Garden. Сегодня я хочу поговорить с вами об уходе за тюльпанами после их цветения. Это одни из первых весенних цветов. Я очень люблю тюльпаны. И некоторые считают, что это неприхотливый цветок и не требует достаточного такого кропотливого ухода. Но я придерживаюсь другого мнения. Чтобы получить хороший качественный посадочный материал осенью, за ними нужно очень хорошо посмотреть, позаботиться, и нужен очень комплексный и грамотный подход. Ухаживать за тюльпанами следует не только во время их цветения, но и после. После того, как тюльпаны отцвели, следует удалить отцветший цветонос и в течение 2 недель продолжать их подкармливать. Я использую удобрения на основе калия и фосфора. И после цветения срезать сразу не рекомендуется тюльпаны, потому что луковицы у них находятся в развитии на этом этапе. И когда вы будете выкапывать луковицы, нужно придерживаться следующих правил. Выкапывать лучше солнечную погоду, чтобы они быстрее просохли. И если все-таки, вот как в этом году, сырая погода и часто идут дожди, то нужно обязательно их положить в такое место, где они хорошенько просохнут. И вот при выкапывании я достаточно глубоко стараюсь загонять лопату, чтобы полностью захватить луковицу тюльпана, чтобы не повредить ее. После того, как я выкапываю, я внимательно осматриваю луковицу тюльпанов. И если какие-либо больные или гнилые экземпляры, я их сразу выкидываю, они мне уже не нужны. Только хорошие луковицы я оставляю на хранение. Первым я выкапываю тюльпаны ранних сортов. Вот это у меня цвели, другие еще цветут, поздние сорта. Некоторые считают, что выкапывать луковицы тюльпанов достаточно 1 раз в 2 года. Я придерживаюсь другого мнения. Этот тюльпан у меня тоже отцветает, очень красивый сорт Анжелика. Я выкапываю ежегодно. Если вы будете выкапывать их редко, то тогда луковица может подвергнуться всяким инфекционным заболеваниям или даже погибнуть, потому что все это потом отразится на образовании полноценной луковицы. И тогда уже у вас будет плохой посадочный материал к осени. И надо правильно выбрать и приготовить посадочный материал. Для этого нужно уделить необходимое внимание, выделить время вот в начале лета. И точной даты, конечно, выкапывания луковиц тюльпанов нету. Я сама где-то выкапываю во второй половине июля. Как я проверяю, если вот уже все листочки тюльпанов такие все вялые и вот на пальцы хорошо наматываются, то тогда это уже самое время. Вот эта самая основная материнская луковица, она делится и потом уже опускается ниже в землю. И молодые экземпляры луковиц, они наоборот поднимаются вверх к земле. И если не выкапывать тюльпан, то на следующий год уже зацветут эти маленькие детки, а основная материнская луковица наоборот опустится вниз в землю и пропадет. После того, как выкопали луковицу тюльпанов, обязательно нужно им предоставить хорошее место для хранения. После того, как я их выкапываю, я их промываю в проточной воде и для профилактики дезинфицирую в растворе карбофоса. И затем уже я их хорошенько просушиваю луковицы. Я расстилаю их тонким слоем. Обязательно где-то вот у меня или одна луковица, максимум две. И при температуре где-то 25-30 градусов я их держу, чтобы они у меня хорошенько просохли. Если выкапываем жаркую погоду, то промывать их не обязательно, потому что земля у вас там комки жесткие, твердые, их можно просто аккуратненько отделить от луковицы. Перед тем, как их оставить для хранения, их нужно отсортировать, чтобы у вас были только хорошие крепкие луковицы, чтобы у вас был хороший посадочный материал к осени. Можно укладывать также в ящики из досок или в картонной коробке. Если вы будете заботиться о своих тюльпанах именно вот так, вот ежегодно, выкапывая и создавая им нужные и хорошие условия для хранения, то они вас будут радовать крупным и хорошим цветением каждую весну. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал Дом и сад, Home Garden. До свидания.